это не ваше, это не наше. Да? Ага. А селедку кто поставил? Селедка, она, это местная, у них раз в день здесь проходит выставки, да. Как стоял там? Расскажите, пожалуйста, про продукт. Расскажите про продукт. Данный вид рыбы производится у нас в Нижегородской области, в городе Косово, является экологически чистым продуктом. В данном видео здесь он представлен в жарном виде. Вот. Мясо является диетическим, подходит для питания маленьких деток. Также продукт всегда поступает у нас в свежем виде, его не замораживают. Вот. А какой вы сами попробуете жирнее, как вы считаете? Вообще у нас в рыбе жира нет. Рыбка не жирная, да. Она богата аминокислотами и витаминами. А может вот это убрать вот пока? Можно куда-то подвинуть? Пока через да. Корзиночки. Подвинуть. Отодвиньте в стороночку, потом обратно подвинуть. Нет. Вот вы говорите, на жареное, да? А как вот способ приготовления? На сковородке или как? Готовили, да, готовили в большой такой сковороде с добавлением разных специй и разных персоналу, давайте себе немного вопросов. Понятно. Способ приготовления. Понятно. Все просто. Девочка-промоутер, которая знает, что говорит потребителям. Понятно. Про качество рыбы. Где она? Ага. Да, если вы будете сейчас не домогаться, где готовили, как готовили. Готовили вот в этом цеху. Ну, давайте. Кто есть, кто есть, какие вопросы можно получать. Что-нибудь хочешь рассказать? Задайте этот вопрос не мне просто. Я чувствую, вы начинаете спрашивать, а где готовили, а как готовили. Ты прям как следует. Я переработчик, все это просто. Вы еще что-нибудь хотите сказать? Что-нибудь, что вы хотите сказать? Ну, я вам могу рассказать, какие да, блюда можно приготовить. Например, да, расскажите. Вот. Рыбу можно целиком запекать, ее можно жарить, ее можно коптить. Она отлично подходит для ухи. То есть, если взять целиковую рыбу, например, голова и хвост будет в муку, а в принципе, это также сейчас можно сделать что-то на второе блюдо. То есть также ее можно тушить с овощами. Вот. Отлично подходит для рыбного фарша. То есть для котлет, для пельменей, для начинки к пирогам. Отличный рыбный шашлык из нее получается. С луком, да? Да. Можно также с луком, с сыром, то есть овощи, разная капуста, все. Ну, чувство деликатесность, то есть вот по сравнению с другой рыбой, конечно, это вот чувство особенность, вот, это плотное, вот, без костей. Да. Рыба у нас без костей, она не покрыта чешуей, это значит, она облегчает приготовление данного блюда. Также продукт является диетическим и подходит для питания маленьких деток. А срок хранения, вот уже в жареном виде? Знаете, я вам, наверное, не подскажу, сколько. Ага. Ну, стандартный, наверное, понятно. Ну, я думаю, что да, стандартный. Вот именно вот эти специи, про которые вы говорили. Понимаете, чем промоутер отличается от другого? Промоутер, он знает то, что ему положено знать. Если он не знает, это... Вот ведь есть как раз те специи, которые нам рекомендовали, да? А можно спросить, какие специи? Специи нужно спросить у повара. Который повар, да, это вопрос к нему. Вы задайте адресный вопрос, а я вам адресно отвечу на все эти вопросы. Нет, ну так по ходу я задаю, что они у меня возникают, я, как говорится. Просто вы же не будете человеку, который проводит уборку в помещении, задавать вопрос к финансовому состоянию. Нет, понятно, что про финансовый... Вы же, наверное, зададите этот вопрос. Ну, конечно. На местном директоре. Поэтому здесь надо корректно, правильно вопросы задавать базу. А мне кажется, будет хорошо, если будет повар, мы еще поговорим с поваром. Знаю, можно попросить. А можно попросить, скажите, вот новому блюду мы хотим узнать, какие специи вот сюда добавить. Я думаю, что можно просто повару. Я думаю, это можно, да. Подойдите к повару, он вам давайте на печенье. Мы без одежды. На кухне, наверное, без одежды нас не пусть без халата. А вы пройдите вот сюда. Нет, а вот хотим сфотографировать рядом с вами. А, повара? Давайте, я сейчас спрошу. Повар. Ой. Добрый день, проходите. У нас сегодня проходит дегустация «Белая мама». Попробуйте, потому что мы видели, как это. Да, это рыба. Вот, попробуйте. Здесь представлен человек. Нет, здесь видно, товар вкусный. Ничего не скажешь. Прям вот такой оригинальный.
диетический. Сейчас мы спросим впечатление от деда. Возможно. Возможно. Да. Также на одну взяла. Спасибо. Вылез? Куда? Ну, на взяла. Нет, это не мусор. Не мусор. Да. Ну, спасибо. Максим, вот как раз вот те специи, видимо, которые вы рекомендовали, они здесь прям присутствуют, действительно, они... Ну, сейчас выйдет повар вам 45. Да? Соль, перец, больше ничего нет. Серьезно? Да. Просто соль и перец? Вот диетическая, то есть уже скумбрия, нам жирная, например, была бы, правильно? Это вот, можно, грубо говоря, есть и не потолстеешь. Функциональный продукт. Ладно, что ж, пользуюсь возможностью еще раз. Я там сейчас Сирине говорю, что я купила сама. Меня все время на улице останавливают. Я с ней не куплю на ее. Я хочу ей просто... А вот это... Скажу, что...